Я вас приветствую. И, конечно же, поздравляю с днем рождения. Не могу не поздравить с днем рождения. Присоединяюсь к поздравлениям своего коллеги из утреннего эфира, который пожелал вам эмоций девушек и идей. Спасибо. Прокомментируйте этот набор. Чего вам не хватает в жизни? Дефицит чего есть? Идей, эмоций или девушек? Вообще, очень хорошее. И всего не хватает немножечко. Вот. И идей не хватает, и эмоций не хватает. Хотя конец года был, 2012 был богат на эмоции. Вот. Ну, девушек хватает, потому что девушек, к счастью, с каждым годом становится все больше и больше. Подрастают новые поколения. Вот. А идей и эмоций мало. Но на самом деле все эти вещи связаны между собой. Идеи, эмоции и девушки. Каким образом? Долго рассказывать. Нет, как эмоции, я более-менее представить себе могу. Идеи как связаны с... Вы знаете, идеи очень часто зависят от эмоций, потому что мне кажется, что человек сильно, глубоко и интенсивно чувствующий, мне кажется, может быть, не приобретает или там не генерирует прекрасные идеи, но эти идеи воплощает и реализует, я убежден, лучше, если его эмоциональное состояние находится, так сказать, в возбужденном, возбужденной фазе, если оно интенсивно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».